Ну что, всех приветствую. Давайте тогда искать ключ-карту, две штуки, и спасать нашу Эшли. Блин, как же она дорого мне, эта Эшли наша. Может, ее лучше оставить и пойти с этой, с Бэтвумен. Так, нам куда нужно было идти? Куда-то вот сюда, по-моему. По-моему, в прошлой серии мы хотели налево и направо пойти, да? Это что такое? Это что такое? Кукузики. А ты кто? А кто это делает? Кто это делает? И куда ты делся, дежурный? Так, патологоанатом, так, начальник отдела одобрил вашу заявку. Принесите ваш ключ-карту первого уровня. От секционной следуйте инструкции на следующей станции. Чтобы получить второй уровень доступа, перезапишите карту с помощью машины в морозилке. Чтобы получить третий уровень доступа, перезапишите карту с помощью машины в инкубаторской лаборатории. Обращайтесь за решением к управляющим. Понятно. Понятненько, понятненько. Ага. Ой, походу мы сейчас кого-то освободим, да? Походу мы сейчас кого-то освободим с вами. Дон де стали библиотека. Все. Только я так и не понял, куда нам с вами идти. Так, карточка второго уровня. Здесь у нас находится печатная машинка, рычаг. Ага, вот вам ключ карта первая, да? Перезаписывающая я. Только самое интересное, что нам нужно будет с вами спуститься Эшли спасти, потом пойти перезаписать ключ-карту второго уровня сделать. А потом непонятно. Прямо и налево, и налево. Прямо и налево. Прямо до упора и налево, да? Что-то вообще мне это все не нравится. Ага, загадка, да? Загадка. Загадочная загадка, ребят. Так, что нам нужно делать? Нам нужно соединить плюсы и минусы. Так. Не. Не подходит. Ну, так должно быть правильно. Вот так и... Вот так. Так, ага. Как же вы меня бесите? Ну, давай. Ну, еще не так. Все, отлично. Отлично, отлично. Бонжур. Боже, что за эксперимент?
эксперименты они тут проводят? Мне самому интересно. Так, но мне нужна ключ-карта. Мне нужна ключ-карта. Дата 9 апреля. Мне наконец-то удалось создать новую форму жизни. Я называю ее Регенерадор. Регенерадор. Конкаскетатадор. Она обладает невероятным метаболизмом. Пока в организме заживет хотя бы один паразит, он будет регенерировать бесконечно. Понятно, нам намекает на то, что мы не сможем его убить. Изучив тело с помощью биосенсорного прицела, я могу подтвердить, что паразиты становятся всего... Что паразиты становятся всего рода организма-носителем, будто у него... Ага, понятно. Понятненько, понятненько. Короче, мы не сможем сейчас его убить. Он будет восстанавливаться. Вот и ключ-карта. Так, нам нужна, по-моему, была сейчас, да, с вами спуститься к Эшли. У нее вроде ключ-карта первого уровня, да? Правильно же я понимаю? Идемте к Эшли. А ты, блядь, кто такой? Тихо. Утекай в подворотне. Тебя ждет маньяк. Так, мы правильно идем? Нет, неправильно, нам нужно назад. Да, здесь карта второго уровня. Нам нужно к Эшли спуститься. То есть нам нужно идти вот сюда. Эшли, я иду к тебе. Так, это второго уровня. Нам нужно первого. По-моему, если я не ошибаюсь. Ух, ты меня напугал. Согласен. Согласен. Правильно ж мы идем? По-моему, да. Так, перезаписывающий терминал. Не знаю, просто не хочется запороться с карточку. Ах ты! Иди-ка ты сюда. Падла. Ну все хорошо. ХПшка у нас с тобой еще пока месси есть. Так, Эшли где? Эшли тут недалеко. Ага, нам сюда. Эшли, я иду. Так, вот ты где. Ага. Я понял. Третий уровень. Можешь просто пристрелить ее и домой пойти. Ладно. 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 Как говорится, так мне и надо. Не запомнил, что нужна карта третьего уровня. Вот теперь и бегай. Шлось по кукурузному полю. А как я пробежал терминал? Перезаписывающий терминал. Как я его пробежал? Я таки извиняюсь. Где он прячется? Алло, игра. Алло.
Вот, ну, он должен быть находиться вот тут. Угу, понял. Он должен находиться вот тут, но его тут нет. Ладно. Ладно, идемте к тому монстру, которого нельзя убить, которому нужно попасть во все глазки его. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Конечно, ничего хорошего, но ладно. Пушки не игрушки, здорово. Лови. О, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, конечно. Вот это хорошо. Прямо и налево. Надеюсь, ты тут один был. Надеюсь, у тебя больше нету друзей. Если есть, это будет печалька. Так, первого уровня пошел. Надо включить свет. Надо включить свет, надо включить свет. Где мне его включить? Где мне его включить? Где его включить? Ну? Алло, игра. Дай включить свет. Ой, как же это бесит. Сейчас мы будем с вами бегать, шукать. Рычаг электро... симулятора назад, да? Давай смотреть. Это этот рычаг электросимулятора. Да, это этот рычаг электросимулятора. Это карточка второго уровня, хороша. Это карточка первого уровня, хороша. Перезаписывающий терминал. Это если мы пройдем сюда. Пройдем сюда, правильно я понимаю? Сейчас направо и налево. И нам нужно электричество. Угу. Хорошо, хорошо. Где искать это электричество? I don't know. Если честно. Блин, он же может быть где угодно, правильно? Он же может быть вообще где угодно. Карточка второго уровня. Электрогенератор. О, пора идти дальше. Думаешь? Черный окунь. Угу. Так, ребятушки, ребятулечки мои хорошие, где у нас электрогенератор? Ну явно ж не в начале карты, правильно ж? Явно не в начале карты. Ладно, давайте блуждать всю серию, все 40 минут. Ища этот генератор. Ну да. Так, можно ли мне здесь что-нибудь полезное?
Что-нибудь полезное. Ага, там у нас не то. Здесь у нас не это, да? Так, а не могу здесь его включить, этот электрощитогенератор, нет? Не обязательно бегать искать. Обязательно ли мне это делать постоянно вот так вот? Ага, то есть мы переключили с вами, да, я так понимаю? Походу мы с вами переключили. Да. Теперь мы сможем это сделать. Главное потом не забыть переключить обратно. Все? И сейчас на назад, где кто-то нападет. Почему я не удивлен? Ага, опять эта штука. Черт, опять? Почему я не удивлен? А гранат у нас с вами нету, да, по-моему? Да, гранат у нас с вами вообще нету. Угу. Ты чего? Ты чего? Ты чего, падла? Куда пополз? Да, пополз, падла. Падла, ты какая? Что с тобой делать? Все, сейчас жопа будет. А не, я думал, жопа сейчас на меня будет нападать. Было прикольно. Самое прикольное, то что на третьего монстра у меня вообще нету патронов. Интересно, что на третьего монстра у нас с вами нету патронов. Нам это что-то даст вообще или нет? Ладно, ладно, ладно. Ну, что не так? Чё ты не хочешь зарабатывать? Так, что от меня хотят? Что-то меня хотят. Короче, все. Что-то может быть находиться. Что-то может находиться. Я не знаю, что там можно заходиться, но я не хочу это. Все, идемте. Идемте перенаправим с вами этот, как его. Обратно свет. Обратно свет перенаправим. Перезапишем карточку третьего уровня. Сделаем. И наконец-то освободим нашу Эшли, я надеюсь.
Так, хорошо. Я ж, по-моему, правильно сделал. По-моему, да. Прямо и налево. Так, давай второго уровня. Перенаправь свет сюда. Я ж вроде перенаправлял. Ладно, ладно, ладно. Честно, без понятия, что тут еще комментировать. Я не хочу встречаться с этим монстром еще раз, потому что у меня тупо нету патронов. Нету здоровья, нету патронов. Зато у меня есть гранатомет. Нашу РПГшку. Блин, может РПГшку на него использовать? Может тогда его полностью разберет. Так, хорошо. Что мы тут с вами? Что мы с вами тут хотим? Перезаписывающий терминал. А чем мы сюда вообще идем? Чем мы сюда вообще идем? Наверное, к перезаписывающему терминалу, правильно понимаю? Насколько я могу понимать. Так, ребятули, вот вообще не до вас. Честно, вообще не до вас. Честно-честно. De aquí no sale. Ahí está. Які тупенькі. Які тупенькі. Это хорошо. Это хорошо, что вы такие тупенькие. Повезло. Повезло, что они такие тупенькие. Патроны на пистолет. Блин, ля, сейчас две штуки, да, на меня попрут? Вот я уверен, сейчас две штуки на меня попрут. Так, использовать 3-3-3-3-3-3-3-3. Угу. Вот проверяй. Так, давай, наверное, мы сразу с тобой возьмем в руку РПГшку. Сейчас как выпрыгнут на меня. Ручная граната, хорошо. Так, отлично, отлично, отлично. Что у нас тут находится? Так, во время недавнего аварийного отключения энергия один из дополнительных вышел из критичного... Ага. Инструмент, который находится внутри него. Причина этой трагедии произошла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нужен инженер, а не работник. Что это? Какой? Ага, ля, у нас прицел есть, но он нам не пригодится, потому что у нас с вами нету снайперок. Ну что, выпрыгнет кто-то или не выпрыгнет? Давайте смотреть. Патроны на винтовку, патроны на винтовку, зелье. И что нам это дало? Что нам это дало? Да ничего это нам не дало. Так, где наша мини-карта? Блин, и как мне пройти? Перезаписывающий терминал. А что, я пропустил? Что я пропустил?
Так, что нужно сделать? Ключ карта второго уровня. А тут что нужно сделать? Нужен разводной ключ. Нужен разводной ключ. А где я найду разводной ключ? Наверное, в теле у одного из этих монстров, правильно? Наверное, где-то внутри этого монстра находится разводной ключ. Я угадал? Если да, то это не прикольно. Где гребаный разводной ключ? Где он находится? Нельзя проще как-то это было сделать? Ну зачем мне вот это вот все блуждание? Зачем мне это блуждание? Где мне искать разводной ключ? Ну как по мне, это реально затягивание игры. Ну то есть как бы... Это тупо затягивание игры. Перезаписывающий терминал. Он находится конкретно там, где мне нужно. Но... Ну да, ну да. Не знаю, стоит ли назад возвращаться, или может я там что-то пропустил. Или может я там что-то пропустил. Ладно, ладно, ладно. Я так и не понял, если честно. Давай, давай искать. Но тут нету. Тут нету. Тут явно нету ничего. И, наверное, когда я возьму себе разводной ключ, они втроем все живут. Что-то мне кажется. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего, да? Здесь мы можем просто перепрыгнуть. Здесь мы можем перепрыгнуть. Так, ключ карта третьего уровня. Ключ карта третьего уровня. А разводной ключ у нас лежит непонятно где. Попробовать. Ага. До побачення. Так, может реально у них в каком-то из него разводной ключ. Может реально в нем. Если в тебе разводной ключ, прикинь, ребят, прикинь, угадал. Красиво, красиво. Только вот эти вот три штуки мне вообще не нравятся. Так. А я мог бы выстрелить и в другого. Так, ну они сейчас оживут, я уверен. Они сейчас реально оживут. Или нет? Аняма. Вы что, издеваетесь? Вы идиоты?
Идиот, они их разбудили. Они его разбудили. Да? Хорошо. До побачення, ребят. Не-не-не-не-не-не, до побачення. Общайтесь дальше со своими друзьями. Блин, взяли и разбудили челиков. Оно им надо было. Оно им надо было вот это вот делать. Глупые. Так, что я могу сделать? Могу взять только болторезы, да, в руки? Так, и 10 патрошков. Блин, так и знал, что пойдет что-то не по плану. Так и знал, что пойдет что-то не по плану. Так, давай смотреть. Эшли. Черт. Ты что, гадать собрался? Кали противоядие. Все будет хорошо.